гостиных дворах на лекции моего супруга, который будет рассказывать про богатство нашего архива. Вот такая мини-выставочка. Как мне нравится вот такого типа шкафы книжные. А у нас книг много. Что ж, скоро придут гости, и мы будем снимать. Уважаемые подписчики, вот такая электронный вариант выставки. Мне кажется, это какая-то газета, какой-то журнал. Класс. Здорово придумали. Про Курчатова. Супер. Так, нам в этой части диаметр 30-35 минут уже. Вот так выглядели наши документы. Супер. А это что, интересно? Химическая лаборатория, макет химической лаборатории. А, прикольно. Прикольно. Посвящу Ломоносову. Таким образом, самое ценное в этих документах является именно автографы императора, автографы императрицы 18-го, начала 19 века. А вот один из таких указов, это указ Петра I Кольскому коменданту о сохранении китового уса, да, и костей китовых, которые в большом количестве выбрасывало на берег в нынешней Мурманской области, тогда это был, соответственно, Тульский уезд на Ханьковской губернии, 1724 год. Вот один из таких замечательных указов. Здесь обращают на себя внимание автографы Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, также Павла I, Александра I. А, то есть эти документы, мы их рассматриваем как уникальными, когда мы подавали их на вхождение в реестр уникальных документов в Москву и в Санкт-Петербурге, сказали, в Москве и Санкт-Петербурге сказали, что нет, это какие-то уникальные документы, у нас этого добра хватает своего. Также представляют интерес грамоты различные, прежде всего грамоты церковных властей. Данная грамота Псковского архиепископа Варлаама, она о посвящении в иеромонахи иеродиакона Любатого монастыря Виктора. Они отличаются тем, что здесь есть красная висная печать на 1731 год. Не знаю, насколько это хорошо видно издали, но вот в реальности она производит очень сильное впечатление, двусторонняя печать восковая, которая находится в очень хорошем физическом состоянии. Один из свитков 17 века, который явился на исповедь, и, собственно, поэтому уже делался вывод о лояльности человека, действующей церковной власти. Обывательские книги, книги, которые велись в 18 веке по Екатерининскому указу, в которые записывались все городские обыватели, жители города, это купцы, это иностранные гости, помещане. И они тоже у нас сохранились, да, вот, достаточно объемные фолианты. Несмотря на то, что, конечно, жило в городе далеко не столько людей, сколько сейчас, но вот в этих обывательских книгах зафиксированы данные обо всех этих людях.
материалы переписи населения, например, первая всеобщая перепись населения, это 1897 год, та самая перепись населения, в которой Николай II записал, что он является хозяином земли русской, ну и вот в Архангельской губернии тоже она проводилась, как и в других регионах, и здесь также вы можете встретить, кто являлся хозяином какой земли конкретно. А метрические книги, которые записывались на рождение, бракосочетание, смерть представителей различных населенных пунктов. Ну и документы, которые касаются ссылки у нас на Архангельский север. Допустим, да, Александр Грин, да, писатель Александр Грин, он же Александр Степанович Гриневский, был у нас ссылки, и вот в том числе его дело сохранилось. Здесь вы можете видеть фотокарточку его, да, фас в профиле, в полный рост, как полагалось тогда делать для следственных дел. Документы об арктических экспедициях тоже в большом количестве у нас сохранились, поскольку Архангельск, как ворота Арктики, он пропускал через себя очень многие экспедиции, в том числе здесь стартовала экспедиция Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу, и у нас есть дела о том, как ее снаряжали, потом о том, как, собственно, ее искали. Судьба этой экспедиции прослеживается в документах нашего архива, и очень часто это дело востребовано, особенно начиная с 2011-2012 годов, когда отмечался юбилей столетней этой экспедиции. Ну, в том числе вот и сотрудники музея и краеведческого, и Северного морского музея неоднократно к этим документам обращались. Документы, связанные с знаменитыми личностями нашего Севера, такими как Устин Михайлович Сибирцев, документы, в частности, грамота императорского православно-палестинского общества и другие материалы из фонда семейного фонда Сибирцевых также представляют интерес для исследователей. Документы первой Архангельской Мариинской женской гимназии, свидетельство об окончании этой гимназии, об успехах выпускниц этой гимназии, их аттестаты с фотографиями, пожалуй, первые аттестаты с фотографиями для Архангельского севера, начала 20 века, тоже 1911-12 года, когда фотография появляется и становится популярной. То есть рассказывать на самом деле можно бесконечно о документах нашего архива, но время у нас несколько ограничено. Да, спасибо, Василий Георгиевич. Все эти документы, которые вы говорили, они, конечно, не простые для изучения. Вы видите и сложные почерки, и древнерусские тексты, которые читаются только специалистами. У меня вопрос. Специфика написания. То есть для того, чтобы работать с архивными документами, нужно понимать, что чем давались, тем сложнее будет с ними впоследствии работать. Это связано с тем, что написание было другое, но написание – это лишь один момент. Другой момент – тот язык, которыми написаны эти документы, он тоже весьма специфичен. Множество слов, которые ныне вышли из употребления, речевые обороты, которые вам не знакомы, и так далее, и тому подобное. Зачастую у нас люди приходят, и нам приходят, и начинают работать, и понимают, что им как раз не хватает специальной подготовки. Да, есть специальная и вспомогательная историческая дисциплина, называется она палеография, или археография. И эта дисциплина как раз о изучении документов, о их свойствах, о том, как их читать, эти документы. Ну и, безусловно, без предварительного исторического образования, то есть без знания и глубокой начитанности в эпохе, очень сложно работать с документами, поскольку вы не всегда понимаете, о чем в них говорится.
У нас чаще всего, если мы говорим о неспециалистах историках, приходят в архив те, кто занимается изучением своей родословной. Потому что это, ну, как понятно, да, своя рубашка ближе к делу, да, то есть та информация, которая людей чаще всего интересует, это информация о своих предках. Для того, чтобы это было более доступным, скажем так, мы оцифровываем документы генеалогического характера. Таким образом, с ними можно работать как в читальном зале на экранах компьютеров, да, что позволяет и приближать изображение, что позволяет просматривать большее количество изображений за день. Также это возможно на возмездной основе, это возможно дистанционно. Кроме того, раз в месяц мы проводим занятия с желающими начать свой генеалогический поиск, так называемые мастер-классы от документа родословной. И люди приходят, и мы рассказываем о том, какие документы. Вы понимаете, это шрифт 16-17 века. Это реально очень сложно прочитать. Устав отличается тем, что моим подписчикам это прочитать. Это невозможно. Вот так. Короче, у них весело. Не знаю, как получится. Все, ладненько. Что ж, посмотрим. Молодец.
Так, ребята, это все будет весело. Давайте скажем так, что я муж этим делом не стояла, а кто не угадал. Скоропись возникла в связи с услышанием это действительно очень сложно. Как они справятся? Самое главное понять, что это первый группа. Давайте будет проще прочитать вот это слово. МЛСД. Это реально же весело. Божьи милости. Но много мест в программе «Чипун» заключается разобрать хотя бы слово, которое идет дальше. Дальше уже по логике понять, что написано. Мы? Это не печатный случай, ребята, это так раз писали. Сия Руси. Не совсем пожалуй. Есмя. Вот это у нас что? Ребята, это 15-16 век. Я так развернусь, вам было лучше видно. Начать. Живоначание. Близко. Живоначальство. Троица. И... И преподобного отца нашего Антония. Вот это очень такая смазанная буква, это Че. Чудотворца. Сильского монастыря. И вот это тут Д. Двине. Кого Двине? И на Двине игумена. Абсолютно верно. Ну вот это скоропись 17 века. Вот с такими источниками приходится порой работать. Какой текст вызвал наибольшую сложность? Вот этот. Да. А наиболее простой, хорошо, штабель? Первый устав. Да? Полустав уже был бы сложнее. Да. Ну вот и, собственно, для того, чтобы изучать историю нашего города, Архангельск 17-18 века, историки, краеведы и все желающие столкнуться вот именно со скоропищем. Ну вот с такой скоропищем, правда, 18 столетия столкнулись и мы.